хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять. Нет времени, и все против тебя. Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. Автор 24. Помогаем учиться. Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Незапретная любовь. В ролях Мария Санчес, Хуан Диего младший третий, Мария с папи, Карлос Гонзалес и Паула Церни. Хуан! Мария. Я так сильно тебя люблю, моя любовь. Но мы не можем быть вместе. Но почему? Ну, потому что никто не хочет, чтобы мы были вместе. Не, мы не хотим. Не. Мне все равно. Давай просто вместе убежим. Убежать у меня на 9 приглашений на девичник. Завтра, завтра. Нет, завтра тоже не могу. Завтра уходит последняя серия семьи Кардашьян. Мне все равно. Слушай, давай спокойнее. Помнишь, когда мы встретились первый раз? Нет. Мое белое платье. Ты всегда это херню носишь, я не могу вспомнить каждый раз. Вспоминай. Они у него были прям вот такие. Да быть не может. Привет. Чё, как, мамочка? И с того момента я знала, что ты мой единственный, и что ты будешь мой... Прости, чё ты говорила, типа, любишь меня, чё ты там говорила? Так, а ты меня любишь? Конечно, люблю, не заводись. Ты меня никуда не водишь. Мы утром в Starbucks заходили. Меня там не было. Это была не ты. Вы все латины на одно лицо, прости. Как? Камила? Так, это было один раз. Изабелла, Валентина, Анна. А, вот это, походу, была Анна. А что там насчет Паулы? Я твою сестру люблю, она любовь всей моей жизни. Заткнись. Паула! Мария! Хуан! Как ты мог изменить мне, Хуан? Это вообще не то, что ты думаешь. В смысле, она сексуальная, конечно. Она отвратительна, мне даже не нравится. Ты изменял мне с моей сестрой! Но у нас даже ничего не было. Было бы, если бы ты настояла или сейчас сдвинусь немного ниже. Или я, или она! Конечно ты, я ж тебя люблю. Ну ладно, тогда ты... Что? Ну а кого мне-то выбрать, твою мать? Так может мы решим? Да, помню, как сейчас. Она прям умная. Ладно, харе, посмотри на меня. Я люблю тебя. Ты любишь меня? Теперь мы точно будем вместе. Ладно, давай. Скажи вслух, о чем ты думаешь. Мы думаем о потом о том же. Прямо сейчас. Готов? Раз, два, три. Любовь. Дженнифер Лопес, любовь. Любовь. Дженнифер Лопес? Не-не-не, любовь. И кроме всех этих латиноамериканок, еще мой отец стоит между нами. Почему? Твой отец меня любит. Мой отец ненавидит тебя. Ты уверена? Смотри. Папик, я могу быть с ним. Ну, конечно. Нет, папи! Малыш, я тебе говорю, ты можешь быть с ним. Папа, я люблю его. Мне он тоже нравится, он хорошо зарабатывает. Почему ты пытаешься нас разлучить? Я вас не хочу разлучать. Умоляю, не поступай так со мной. Я с ним убегу. Хочешь, убегай. Глория, принеси святую воду. Пожалуйста. Что за пиздец? Глория, скорее. Будь ты с ним. Видишь, я же говорила. У тебя крыша едет. А что насчет того сумасшедшего, который в тебя был влюблен? Кто? Я? А, дерьмо. Ты чё, блядь, черепашка-ниндзя? Ты чё так руку выгибаешь, пока на неё целишься? В смысле, как так? И чё за оранжевая фигня на пистолете? Знаешь, сколько комментов на YouTube напишет, что он не настоящий? Если я не буду с ней, никто не будет. Хватит неё целиться, меня это бесит. Не, обратно неё наведи. Эй, ты любишь меня? Слушай, братан важнее тёлки. Он прав. Я знаю, кто твоя мать. Так, ладно, она я тоже твою маму знаю, я, наверное, ёб её, конечно. Что? Это не я. Прости меня. Да я не умру, там всего лишь царапина. Я должна тебе кое-что сказать. Что? Я беременна. Сука, может так на ухо не орать? А перевел и озвучил виски. Ага.